Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Самая доступная модель АвтоВАЗа «Лада Гранта» теперь стоит минимум 588 тысяч рублей. Тольяттинское предприятие подняло цены седьмой раз за год 1 декабря. В начале 2021-го «Гранта» стоила практически на 100 тысяч дешевле. Минимальный ценник «Весты» зафиксировался на уровне 836 тысяч рублей, «Икс-Рей» — 803 тысяч. Наибольшая стартовая стоимость у семейства «Нива Тревел» — без малого 860 тысяч. Рублей. Трасса 101. В этом году в нашей стране вдвое выросло число попыток мошенничества в сфере ОСАГО. Чаще всего страховщики сталкиваются с инсценировкой ДТП и фальсификацией технической экспертизы. Причем злоумышленники совершенствуются, результаты их деятельности выглядят все более реалистично. К тому же страховщики предупреждают, участниками мошеннических схем могут стать и вполне себе добросовестные автовладельцы. Трасса 101. Разрешат или не разрешат полицейским вскрывать любые автомобили без какой-либо материальной ответственности с их стороны? Нашумевший в конце прошлого года законопроект Госдума готовится рассмотреть во втором основном чтении. Кстати, пункт о том, что стражи порядка не обязаны возмещать причиненный вскрытием ущерб, из него убрали. Основания остались те же: угроза жизни, возможность теракта, поиск оружия и наркотиков, массовые беспорядки. Трасса 101. Более половины российских автомобилистов считает, что на дорогах не хватает инспекторов ГИБДД. Если было бы больше, то водители вели себя культурнее. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом Дром. Каждый пятый опрошенный заявил, что гаишников сейчас достаточно. Еще около 30% выступили за снижение числа инспекторов и увеличение количества камер. Трасса 101. Система экстренного реагирования при авариях станет обязательной и для новых мотоциклов. Сроки пока не озвучиваются, но технически для этого все готово. Модуль «Эроглонас» для двухколесного транспорта показали чиновникам. По предварительным подсчетам, его установка прибавит к стоимости байков 25 тысяч рублей. Понятно, что власти заботятся о здоровье и жизнях мотоциклистов, но надо одновременно и понимать, что в авариях с их участием спасать зачастую некого. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.